Всем привет! Сегодня будем менять трос ручника на Ниве Шевроле и задние колодки. Ну что, приступим! Ну вот, купила колодки задние. Не знаю, производство какая-то евродеталь. По цене они обошлись недорого, 600 рублей. По качеству, честно, не знаю, как будут. Поставим, поездим, посмотрим. Так, трос ручника будет меняться длинный, который. Он обошелся тоже по цене где-то 450 рублей. Так, ну вот первым делом сейчас залезу под машину, сниму трос ручника. А потом уже начну его домкратить, снимать колеса и показывать дальше, как это будет происходить. Так, берем два ключа на 13. У нас одна здесь гайка контрящая. Ага, она у нас открутилась почему-то. Ну, ладно. Так, снимаем пружинку. Не знаю, откуда я удобнее. Вот, от троса все. Пружинку мы сняли. Так, ну, а теперь откручиваем две гайки. Так как у нас первая была откручена, просто снимаем. Так, чтобы трос не прокручивался, вот здесь можно его плоскогубцами зацепить за квадратик. Чуть придержать и откручивать дальше гайки. Вот, ребята, открутила трос ручника короткий. Получается, он так. Вот от самого ручника идет вот такой вот коротенький трос. Вот, и соединяется уже с длинным тросом. Все, отсюда я его открутил. Теперь следующий наш шаг. Домкратим машину, снимаем колеса. Так, ну вот, ребят, все, колесо я снял. Сейчас мы снимаем барабан. Так, он держится у нас на двух болтиках, на 12. Мы их откручиваем, потом скидываем его. И с задней стороны, вот здесь вот, сейчас надо будет почистить. Здесь тоже болтик будет. Его тоже открутим.
Ну вот, 2 болтика я открутил. Теперь попробуем снять барабан. В моем случае он снимается легко. Обычно он бывает, конечно, прикипает. Тут еще нужно помучиться. Так, ну вот, барабан я снял. Так, следующим делом теперь нам нужно снять колодки. Они у нас держатся, получается, раз вот такой болтик хитрый. И с другой стороны. Мы, получается, одним пальцем с задней стороны барабана его прижимаем, чтобы он не выскакивал. Вот он вот здесь. А с этой стороны его чуть-чуть надавливаем и откручиваем. Так, потом снимаем нижнюю пружину. Так, снимаем нижнюю пружину. Я обычно беру такими плоскогубчиками. Все, пружину нижнюю сняли. Так, теперь снимаем колодки. Вот. Мы их аккуратненько снимаем, откидываем. Они у нас держатся еще на тросе ручника. Здесь мы чуть-чуть оттягиваем и снимаем, скидываем трос. Все. Это сзади раз болтик и снизу второй болтик. Вот сейчас мы их будем откручивать и, по идее, трос у нас снимется. Болты у нас подключены на 8. Откручиваются, в принципе, легко. Так, ну вот 2 болтика маленьких откручены. Все, теперь вытаскиваем трос. Трос мы вытащили. Немножечко здесь бензинчиком с кисточкой протрем всю грязь, пыль, вымоем и будем собирать. Так, сейчас промоем бензинчиком, чтобы все было чисто здесь. Так, ну вот я помыл с бензином все, протер, чуть-чуть тряпочкой вычистил. Здесь у нас как бы все чисто. Сейчас будем устанавливать новые колодки. Так, я перекидываю со старых колодок пружину и все остальные запчасти. Уже немножко все протрем от пыли, от грязи. Так, ну вот, с колодок старых я все перекинул. Теперь будем их устанавливать. Так, ну вот, все, с одной стороны я трос поставил. Так, получается, вот он со мной уже тросик стоит. Вот он старый, мы его потом выдернем чуть позже, когда с той стороны поменяем. Так, здесь я его вставил также, где он и был у меня. Все, получается, колодки поставил новые. Все собрал.
Что, теперь ставим барабанцем. Сейчас чуть внутри его тоже протрем. Барабаны еще нормальные, износа у него нету. Все идеальненько. Все, барабан поставили и обратно его прикручиваем болтиками. Все, ставим обратно колесо. Домкрат опустился. Так, ребята, ну все, получается, тросы поменял, все собрал, машину уже выгнал, ручник чуть-чуть подрегулировал. К сожалению, показать это не получилось. Почему-то у меня были небольшие проблемки с камерой, она, оказывается, не снимала. Так, вот он сам трос старый лежит. Сейчас вам поближе его покажу, что с ним как бы было, что произошло. Вот, получается, он перетерся у меня здесь, попала вода, он закис, захряс. В итоге, когда я дергал ручник, он у меня обратно не отщелкивался. И получается, одно колесо у меня не крутилось. Так, колодки как бы я поменял. У меня и старые были, в принципе, даже очень ничего. Еще им ходить и ходить. Ну, цена вопроса небольшая. Уже новое так новое все ставить. Ну вот, ребята, еду сейчас тестировать тормоза, ручник. Сейчас попробуем где-нибудь резко вот дернем, так сказать, посмотрим, как у нас хватают колеса. По тормозам тоже резко нажмем. Сейчас попробуем все это дело. Проверил тормоза. С левой стороны почему-то одно колесо у меня не хватает немножко. Скорее всего, колодки, наверное, новые, потому что притрутся, думаю, чуть лучше будет потом. Ну ладно. Поездим, посмотрим. Ну а теперь давайте дернем ручничка немножко. Работает.